Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Всем привет! Меня зовут Леонид Гладких, и я сейчас нахожусь в Казахстане. Если бы мне, ну, хотя бы 8 месяцев назад сказали, что я буду на казахской земле, сказали бы, что я буду сидеть вот в таком вот автомобиле, который мне оплачивает компания, в которой я сейчас работаю, если бы мне сказали, что я буду зарабатывать $1000 в день 8 месяцев назад, если бы мне об этом сказали, я никогда в жизни бы в это не поверил. Никогда. Но сегодня это реальность. Вот автомобиль Mitsubishi ASX. Классная тачка, чудо японского автопрома. Это происходит со мной сейчас на казахской земле. И это происходит вместе с компанией Forever Freedom International, FFI. Я вам немножко расскажу об этом, потому что, знаете, меня прет, не хочется вам об этом рассказать. Потому что, наверное, эта реальность догнала бы любого, и он был бы от этого счастлив. FFI вошла в Россию, ну, не больше нескольких месяцев назад. Вошла в Россию совершенно уникальной технологией, которая позволяет в каждом автомобиле снизить выбросы в атмосферу при работе двигателя на 90%. Она позволяет увеличить мощность автомобиля порядка 25%. Она позволяет сэкономить расходы на топливо от 15 до 30%. То есть практически в среднем каждая заправка она обойдется вам на 25% дешевле. Почему? А потому что есть потрясающая технология. Это называется биокатализаторы горения топлива, которые американцы раньше применяли для стартов своих ракет. Сегодня это работает на двигателях внутреннего сгорания в 228 странах мира. Обалденная технология, это бомба. Вы знаете, когда ты говоришь человеку, хотел бы ты иметь скидку на любой заправке мира 25%, я не видел ни одного, кто бы сказал нет. Я их спрашиваю, хотел бы ты защитить автомобиль от контрафактного бензина? Не было ни одного, который бы мне не сказал нет. Почему? Потому что в России, в Казахстане сегодня 80% это контрафакты, это даже говорят средствах массовой информации. Что же это такое? А это биологически активное вещество, это органика, которая, маленькая таблеточка, которая попадает в бак, растворяется без остатка, которая не меняет качество топлива, не меняет октанового числа, значит не является присадкой, а попадая в камеру сгорания, создает условия для полного сжигания топлива. Больше ничего. Образует каталитическую пленку, топливо сгорает полностью, при этом вся бодяга, которую из 80-го делают 92-95, сгорает, и в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредных отравляющих, боевых отравляющих веществ. Если топливо сгорает полностью, значит что? Динамика автомобиля увеличивается на 15-20%. Если топливо сгорает полностью, то на одном и том же количестве топлива ты проезжаешь другое расстояние. И вообще компания, она создала не только новые технологии для автомобиля, она создала новые технологии для ведения бизнеса. Я начал 8 месяцев назад, ну, может быть, чуть больше. Это не факт, это не суть, что это было 9 или 10 месяцев назад. Факт остается в том, что, не выходя из дома, я создал бизнес в 8 странах мира через интернет. И там везде люди ездят на автомобилях и везде хотят экономить. Цены на топливо растут. Бензин не становится лучше. Даже в тех странах, в которых жесткий контроль качества топлива, все чаще и чаще появляются вот эти вот бодяжные виды бензинов и дизельного топлива. Как бы мир переходит на экономию. Сегодня у нас беда, сегодня у нас энергетический финансовый кризис. Но дело в том, что компания FFI, она поставила такой щит защиту для того, чтобы любой автолюбитель чувствовал себя защищенным. Любой автолюбитель смог использовать и эксплуатировать свой автомобиль не столько, сколько позволит этот бодяжный бензин, а столько, сколько заявляет производитель. Если сегодня Mitsubishi дает гарантию на 1 000 000 километров, значит 1 000 000 километров
этот двигатель проработает и доставит вам удовольствие. Плюс ко всему, компания создала совершенно уникальный план вознаграждения. Я имею бизнес, включил партнера через интернет, я ему рассказал об этом. Он купил биокатализатор, и мне компания заплатила. У меня люди сегодня есть в Греции, в Португалии, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казахстане, во многих городах. И это люди, которые зарабатывают вместе со мной деньги. $1000 в неделю, $1000 за 10 дней. У меня был результат 1 июня $1170. С ума можно сойти. Я даже не поверил, что это происходит со мной. Как это происходит? Очень просто. Ты за $30 покупаешь инструменты. Это бэк-офис, это интернет-магазин, это скидка на 25-30%. И плюс покупаешь тестовый пакет. Тестовый пакет стоит $600. И ты тут же попадаешь в программу «Автобонус». Если ты включил в бизнес 6 человек, а они включили после себя еще 14, всего 20, тебе компания дает условия, при которых ты можешь прийти в любой автомагазин, сказать: заверните вот этот аппарат. Вот эта машина, она была получена именно по этому автобонусу. Человек, который этот автобонус сделал, выполнил вот эти условия, проработал всего 1.5 месяца в бизнесе. Вы его еще увидите. И мне очень приятно, что я принял участие в том, что я помог ему сделать вот эти условия, я помог ему купить этот автомобиль. И что интересно, компания каждый месяц ему выплачивает деньги на погашение этого, стоимости этого автомобиля. Сумасшедшая идея. И таких людей в городе Темиртау уже много. И эти люди, они ходят по земле вместе рядом со мной, они дышат этим воздухом, и это удивительно. Еще 8 месяцев назад я не знал об этом. И сегодня? Сегодня это огромная возможность. Это индустрия, которая затрагивает каждого человека. Этим можно пользоваться, с этим можно делать деньги, с этим можно стать более свободным. Еще есть вот такая штука, которая греет мое сердце, она лежала в моем кармане. Это карточка, которую прислала мне компания, платежная система NXPay. Вот эта карта сегодня дает мне возможность в любой момент сесть в самолет с кем угодно, когда угодно, и улететь куда угодно. Я свободен. Это потрясающее ощущение. И когда вот проект FFI, который дает возможность молодому человеку в 24 года или более старшему, там, в 50 лет или в 60, в 70, ощутить себя свободным, да с ума можно сойти. Цены на топливо растут, ниже не станут. Если вы хотите узнать об этом поподробнее, мы вам поможем, потому что в любом случае информация в интернете есть. Меня зовут Леонид Гладких, я из Прибалтийского Калининграда. Человек, который вот взял эту машину, его зовут Антон Бенедикс, и вот он рядом со мной. И есть еще Алексей Каримурзаев, который тоже сделал эту квалификацию. И здесь еще есть много людей. Я их с этим поздравляю, потому что это огромная возможность, которую они использовали. И ты тоже можешь это сделать легко. Потому что есть жажда как можно лучше жить и иметь самую большую ценность на рынке. С этой компанией мы сегодня делаем огромные деньги, потому что уникальный продукт. И мы создаем все больше и больше партнеров, потому что это уникальный бизнес. Поэтому я желаю вам всем удачи и желаю как можно быстрее узнать об этом как можно больше. Ну и счастья вам. С вами был Леонид Гладких. У меня такое чувство, что мы еще увидимся и очень скоро.